Иосиф Уткин. Типичный случай. Двое тихо говорили, расставали и горили. Ты такая, ты такой, ты плохая, ты плохой. Уезжаю в Ленинград, как я рада. Ого, как я рад. Дело было на вокзале, дело было этим летом. Все решили, все сказали. Были куплены билеты. Паровод в Думу по пояс. Было копытом на пути. Голубой курецкий поезд. Вот думала отойти. Уезжаю в Ленинград. Как я рада. Как я рад. Но когда чудак в фуражке подняла маленький флажок. Паровод пустил парашки. Семафор огонь зажег. Но когда 20-20, был звонок, один, другой, надо было расставаться. Дорогая, дорогой, я такая, я такой, я плохая, я плохой, я не еду в Ленинград, как я рад. Как я рад!